Люберецкий округ готов к отопительному сезону на 80%. Плановый профилактический ремонт сегодня ведется в 8 котельных. Ход работ бойлерной в Краскове проверил глава округа Владимир Ружицкий. Два сезона бесперебойной работы. Новая котельная в Краскове полностью автоматизирована. Современное оборудование позволяет даже при проведении профилактического ремонта не отключать горячую воду потребителям. Схема теплоснабжения таким образом реализована. Вот, и действительно новое оборудование, которое не требует остановки. На сегодняшний день подключено 12 мегаватт нагрузки к этой котельной, а в резерве еще 12. Котельная на Карла Маркса пока работает не на полную мощность. Сейчас обеспечивает 5 новостроек и детский сад. Резервного тепла хватит на все объекты нового жилого квартала, которые введут в эксплуатацию в ближайшие годы. Здесь люди, которые будут проживать в близлежащих домах, полностью обеспечены теплом, горячей водой. Я надеюсь, все будет безаварийно, и жалоб или нареканий на тепло или горячую воду от жителя не будет. На сегодняшний день новая бойлерная в Краскове почти готова к холодам. Работы выполнены на 92%. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.